red corner, soup corner, pizza corner, pasta, and grill. Grill corner, соответственно, зеленка, рыба, запеченный картофель, еще возьму даже, ну, картофель едим. Овощи, соответственно, говядина и grill corner. Овощи гриль, это вот эти вот так, филе индейки, это гуля из говядины, морской окунь на гриле, плов, почему-то они рис называют пловом, но вот здесь еще добавлена кукуруза и жареный картофель, разные соусы, специи. Здесь, кстати, из белокочанной капусты написано. Далее котлетки. Свежая зелень, картофель, овощной салат. И картофель получается, начинаются овощи, помидоры, консервированная фасоль, перчики, оливки разных видов, соленые огурчики. Зелень разнообразная. Далее у нас идут фруктики. Кстати, лайфхак. Ананас можно попросить порезать, и вам его порежут. Достаточно вкусный. Снимем сердце.